говорите День Арцаха. А что вы сделали, чтобы проводить такой день? Смотрите, что сейчас там делает Азербайджан. Строит современные дороги, восстанавливает инфраструктуру. А что делало наше правительство в течение долгих 30 лет? Ереван не смог за эти три десятилетия сделать так, чтобы хоть одно государство официально признало НКР. И вообще, там не было построено ничего. Как передает Ахарас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Хачатур Хачатрян. В Карабахе сейчас Азербайджан ведет активное строительство. Аэропорты строит, гостиницы, тоннели. Вот это все и есть реальный итог деятельности прежней и нынешней власти Армении. А также наглядный пример в образе Азербайджана, как надо было все это делать на самом деле. За 30 лет Армения не смогла сделать так, чтобы США, Франция или Россия признали НКР. Что до России, то с нее особый спрос. Армения передала России все, что только можно. Все наши важнейшие стратегические предприятия переданы ей. Даже контроль за границей с Турцией и Ираном. А теперь и с Азербайджаном тоже передан россиянам. Пишет армянский эксперт. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!